них не было возможности получать недорого качественный кофе. Uh-huh. Поэтому Италия, итальянская кофейная индустрия вместе с маркетологами закупали недорогой на тот момент кофе. Это был самая простая Бразилия и Робуста. И дальше протеиды низкой плотности, очень низкой плотности и высокой плотности. Либо протеиды низкой. Кофе ниже среднего, если смотреть по качеству. Но нам он, конечно, там нравится, потому что солнце, красиво, утром тепло. Чашечку эспрессо. Да, отпуск. Да, круассан. Да. Вот. Поэтому, конечно, просто общая атмосфера. И это, в общем, и есть работа бариста. Это создать uh-huh. атмосферу, при которой чашка кофе будет нравиться. Uh-huh. Вот, кроме того, что готовить хороший кофе. А вам где больше нравится кофе? В Скандинавии. В Скандинавии очень мощная кофейная культура. И uh-huh. много где можно выпить вкусный кофе. И в целом кофейный зер. Uh-huh. Местами в регионах, конечно, тяжело, поэтому закупают кофе, чем дешевле. Thank you.
Thank you.